Вот это телескоп, да? Вот здесь телескоп, покажем. Посмотри. Вот здесь. Возможно увидеть. Ну-ка, так. Там еще и диск есть. О, диск? Зачем? Программу, наверное. Мило. Не трогай. Кого не трогать? Микроскоп. Thank you.
Друзьям большой привет. Вышли на прогулку. Сегодня был ураган такой небольшой, наш штормовое. Сегодня у нас 9 мая. Всех с праздником. С праздником Победы. У нас тут тарахтит генератор, потому что мы сидим без света. Время у нас уже что? 8:00. Света еще нет. Как выключили сегодня с утра, так и нету. Вот. Сходили на митинг, ребята. Саша ходил. Концерт сегодня отменили, перенесли на завтра. Завтра у нас будет концерт в клубе. Наши ребята тоже будут. Вот. Сейчас пока успокоилась погода, солнышко, вышли. Мы занимаемся огородом. Я сделала окрошку, покушали. Сегодня такая, конечно, не солнечная погода для окрошки, но все равно вкусненько было. Так, развозим. Ребята развозят мне. Перегной на грядку. Вчера пересадила ревень. Вот он, вот такой вот. 5 кустов. Вот 5 кустиков у нас вот так вот здесь. Так вот по кругу. Надеюсь, вырастут. Так, надо будет подкормить все кусты. Тоже подсыпать все. Сегодня на Валберсе заказала от вредителей всякую всячину. Ну, такую более-менее невредную, чтобы это все-таки ребятишки. Так, вот так засыпаем все. И надо будет все потом просто перекопать с нашей землей, которая у нас уже там есть. И можно садить. У меня просто семена еще не все пришли. Вот, удобная штука Валберес. Все, заказал с дома. Ждешь, когда придет. Так, подрезали сейчас Саша и березу. Вот, веточки. Иначе она сильно дает тень. Вот видите, у нас солнышко садится вот так. И если низко ветки, все на парничке было. Но потом, как будет, если обрастать, опять будем стричь, подстригать. Вот мальчишки молодцы. Дима у нас в Иркутске, в университете. Сегодня не учились, но завтра почему-то учатся. А потом выходные, вот неудобно, конечно. 9-го отдыхают. 10-го учатся, а остальные дни и выходные. Но вот как-то этот день ни туда, ни сюда остался, не приехал сегодня домой. И приедет завтра. Может, мы его заберем. У меня там Фаберлик пришел, надо как-то забрать завтра. Не знаю, поедем, не поедем. Если поедем, то мы, конечно, его заберем. Чтобы он уже на маршрутке не ездил, не платил. Вот мальчишки Слава и Миша, старший сын. Помогает мне сейчас. Ой, такая вещь, генератор, я вам скажу. У нас сейчас и телевизор работает.
и свет по всему дому. Единственное, что нельзя, конечно, перегружать, то, что, допустим, холодильники два у нас работают. Один Саша выключает, чтобы нагрузки большой не было. Один работает, где там хотя бы молочка стоит у нас. Телевизор можно включить. Интернета, конечно, нет, но у нас загруженные мультики, загруженные фильмы, и удобно. Ребятишки как-то маленько можно их развлечь. Можно приготовить кушать, вскипятить чайник, свет везде горит и насос, который качает воду для нас. Вот. Вот так все подключается у нас от старого дома. Ну, просто Саша выкатил, он там стоял. И вот, видите, к дому идет все подключено. Саша ему колесики приделал. Видите, теперь он у нас выкатной. Очень удобно. Он у нас уже очень давно. Давно мы его покупали. И то покупали даже с рук его. Ну, очень хорошая фирма. Работает отлично. Тоже за бензином сейчас съездил, привез. Навел там все, разбавил. В общем, работает. 8 часов вроде обещали свет включить. Но не знаю, включат, нет. Вот сейчас... Ну, сегодня-завтра, не знаю, когда эту кучу уберем. И можно будет еще ехать, еще привезти. На маленькой машине ездили, на грузовичке. Что поделать? Что поделать? Вот Саша тоже тут не знает, что поделать. Ну, поиграть. Побегайте, попрыгайте. Велосипед возьми. Какой? Ну, вон свой. Где твой? Мама, на Ванином гонял тут. Сдутый, у тебя сдутые колеса. Он тут подкачивает, а насос-то... Этот дом не подключенный свой. Сейчас. Мама, Ваня свой не разрешает. Да? А Ваня одевается на улицу? Он уже оделся. Угу. У нас у Вани было день рождения вчера, 8-го. Ага. Подарили мы ему микроскоп, очень такой классный. Кстати, он не сильно дорогой был, что-то 2 с копейками там. И, ну, он, конечно, не сильно увеличивает, но он видно. Можно насекомых разглядывать. То есть Ваньке очень сильно понравилось. А для начала это пойдет. Для первой такой. Но у нас такой изобретательный ребенок Иван. Он любит все исследовать. Все что-то делать, конструировать. Ну, в общем, заценил подарок. Немножко посидели, поужинали. Пельмешиков обжарили. Ребятишки любят жареные во фритюре пельмени. Так что провели так время. Ну вот сегодня сидим без света. Очень обидно. Праздничный день, концерт должен был быть. И жалко, конечно, что нет света. Ну, вот у нас пожары в Иркутском районе. Поэтому лес горит, если и штормовое, то свет выключают, опасно. У нас так дымом сегодня все было затянуто. Непонятно, где что-то вот так по кругу там лес горит. Нам сюда немножко намахнуло. Ну, Вань, ну что ты мне разрешаешь? Дай братику. Пусть катается. Смотрите, Ива вся скинула свои шишечки. Столько, подожди, Саш, столько здесь пчелы нынче было. Так страшно, что ребятишки и пчелы прям здесь вообще роем. Смотрите, сколько она скинула. Вот этих вот своих пушистых шишечек. Они зацвели, конечно, отцвели. Вот пчелки как раз собирали, видимо, пыльцу с них. Все, запах здесь стоит такой. Ну, вот это пыльцы. Усеяно все. Ой, это кто у тебя? Твоя девочка, дочечка, да? Как ее зовут? Маша. Маша ее зовут? Ну, гуляйте. Красная шапочка, потому что у нее красная шапочка. Угу. Так, вот Надюша смотрит тут мультфильм какой-то. С Мирончиком смотрит. Ты все, домой пришла? Раздевайся, это уже прохладно.